Здесь пахнет молочком коровьим, маминой пахнет любовью, яблоками мочеными, картошечкой пахнет толченую, сальцем пахнет копченым, блинчиками печеными. Ничего нет на свете милей, родиной пахнет моей. Краснореченко, село Грибановского района в 50 километрах от райцентра. Еще в начале 19 века здесь, у слияния небольших речек Чаплиной и Красной, поселились первые жители. Было их немного, и дали они своему поселению название – деревня при речке Красной. Шли годы, поселение росло, нравилось людям это место. Тут и церковь построилась в честь святых Козьмы и Демьяна, да и школа приходская открылась для детишек. Стекался сюда народ со многих мест. Даже из соседнего большого села Макарова много поселенцев перешло. Тогда и появилось у села новое имя – Краснореченко. На въезде в село 2 года назад был воздвигнут православный крест, средства на который были собраны местными жителями. Это наш символ православия, наша защита, наша вера в то, что село не оскудеет и не пропадет в бескрайней российской провинции. На улицах моей малой родины нет больших особняков, зато маленькие ухоженные деревенские домики приветливо встречают прохожих. Выкрашенные крылечки и палисадники, яркие цветники и клумбы радуют глаз. У особо затейливых хозяев создают комфорт красивые беседки, декоративные заборчики, сделанные своими руками. По нашим дорогам можно проехать в любой дождь. Они асфальтированы. В 2013 году в Краснореченку пришло долгожданное голубое топливо. Это придало селу еще больше тепла и уюта. В администрации Краснореченского сельского поселения в плане благоустройства озеленение стоит на первом месте. Ежегодно в селе высаживаются десятки саженцев, деревьев и кустарников. На памятнике воинам-односельчанам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, увековечено 220 имен. Чем дальше уходят те страшные годы, тем все более героическими кажутся мне наши павшие земляки. А здесь, в 1919 году, захоронен Глотов Григорий Федорович, погибший во времена Гражданской войны. Этот новый памятник на могиле героя был установлен в 2016 году по областной программе. Одна из самых молодых школ не только района, но и области – Краснореченская общеобразовательная школа. Она открылась в 2003-м, в год 300-летия Грибановки. И теперь наша школа и райцентр празднуют юбилей вместе. Трудно себе представить, но совсем еще недавно в старой школе, чтобы не рухнул потолок, в классах и коридорах устанавливали подпорки. Сказочная поляна. Ее придумали ребята вместе со своими преподавателями. Живут здесь герои русских сказок, созданные своими руками из подручных материалов. Хотите оказаться в прошлом? Давайте заглянем в школьный музей «Истоки». Здесь можно узнать об истории села,
увидеть фотографии тех, кто составляет воинскую и трудовую славу Краснореченки. Но выпускницу нашей школы Анну Седнину давно знают и любят по всей России за неповторимый голос и певческий талант. Каждый год она приезжает на родину и дарит землякам свои яркие песни. Я в деревню свою дорогую отправляюсь, как в детство свое. Живи, 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 моя деревня, тебя не бросит русский человек. Твою околицу уклад твой древний. Музей занимает всего одну комнату. Но сколько интересного и удивительного находят ребята в его витринах. Особенно их привлекает экспозиция старинного быта, где можно увидеть предметы, давно вышедшие из обихода. Это и посуда, и орудия труда, мебель, старинная радиотехника. А это парты с чернильницей из той самой старой школы. Школьная спортивная площадка. Излюбленное место сельской ребятни. Здесь они играют в футбол, волейбол и просто весело проводят время. Муниципальное казенное учреждение культуры, центр досуга и информации Краснореченского сельского поселения. Вот так теперь сложно, называется «Простой сельский клуб». Это место активного отдыха краснореченцев. Праздники, концерты, дискотеки, кружки. Каждый найдет себе занятие по душе. В сельском магазине вас обслужит внимательный продавец. Здесь есть все необходимое. Так хочется, чтобы моя Краснореченка становилась красивее и моложе год от года, чтобы ее улицы наполнялись детскими голосами, чтобы вечерами звучали песни, а по утрам мы просыпались под крики петухов и мычание коровы.